Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сейчас вы увидите и услышите отзывы людей о применении изделий из особых микросфер, покрытых кремнием. Пару слов для тех, кто не в теме, что это за такие изделия, что это за технологии. Еще в советские времена были разработаны и созданы эти микросферы, изначально для ожоговых центров. Это полые внутри сферы из натриево-боросиликатного стекла, но теперь, спустя годы, созданы уже новейшие технологии. Изделия лучше прежних, и эти новые изделия мы продаем, ссылка, как их купить, если захотите, будет под этим видео. Так вот, новые изделия уже с покрытием аморфным диоксидом кремния. В СССР были созданы матрасы с этими микросферами, на которые клали пациентов после операции для реабилитации. Человек погружался как бы в невесомость, как в воду. То есть давления на кожу почти не было, и люди быстро поправлялись. Но в процессе эксплуатации были обнаружены и иные лечебные эффекты, которые никто не ожидал, которые изучают до сих пор. Одно из известных свойств этих микросфер – способность отражать инфракрасное тепло человеческого тела в него же. И это отражение способствует не только прогреву ткани тела и лучшей циркуляции крови, но и иным эффектам и свойствам. У меня на канале вышло уже 4 видео об этих изделиях с микросферами. Скажу только, что про лечебные свойства изделий подробнее смотрите в первом фильме. Ссылку я на него дам под этим видео. Также хочу вам сказать, что под этим видео, как и под первыми 4, я оставлял ссылку на папку, в которой есть все сертификаты, включая медицинские, историю создания и иные документы. Это я говорю тем, кому будет интересно. Оставлю ссылку на эту папку я и под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Ну а теперь я предлагаю послушать не теорию, а простую чистую практику, то есть критерии истины. То есть, вернее, саму истину. Что люди, которые пользовались этими изделиями, которые мы продаем, ссылка, еще раз говорю, на них, на изделия, будет под этим видео для тех, кто захочет их купить. Так вот, что люди сами говорят, сами рассказывают свои успехи по излечению от тех или иных заболеваний. Они просто решили поделиться с вами своими успехами, своей радостью. Только дам совет, смотрите от и до, полностью, не ленитесь. Ну а по ходу сюжетов я буду коротко комментировать и давать некоторые дополнительные советы. В этом видео будет всего 7 сюжетов, 7 историй людей. Приятного просмотра! Первый сюжет. Сама пользуюсь уже год. У меня повязка. Вот. Мама подарила недавно на день рождения еще вот тапочки. Вот они как раз сзади тут стоят. Вот. Хочу сказать вам огромное спасибо. Вы знаете, очень помогает. У меня мама, как сказать, не верила в то, что вот, ну, как-то, что такое за микросферы какие-то там, как они могут помогать. И все-таки я ее уговорила купить хотя бы повязку, начать с головы. А у нее голова кружится, маме моей 74 года. Мама согласилась, купили. И она так была рада, вы знаете, это очень просто ей так помогает. Когда у нее начинает болеть голова, она сразу начинает одевать повязку. Приходя к нам в гости, конечно, она говорит: «Доченька, достань, скорее всего, вот эту вот свою повязку». И она одевает ее на поясницу. Также вот еще хочу сказать, у меня у дочки, когда месячные начинаются, младшие, она всегда говорит: «Мам, дай повязку». Настолько сразу помогает. Вот все боли проходят. Вот. И так же, как вот у меня, допустим, из-за чего даже начала вот пользоваться. Действительно вам поверила. А вот эти вот тапочки – это прям спасение. У меня пяточные шпоры плюс шишки на ногах, вальгусные вот эти вот. И начала вот пользоваться кремом. И сразу после крема надеваю тапочки. Прямо и часа на два просто лежу в тапочках, вы знаете, и такое интересное ощущение, слегка вот покалывание такое вот идет. Вы знаете, я уже давно забыла, что такое боль в шишках в этих, в моих. Обычно раньше я всегда вот год тому назад, ноги постоянно болели, особенно когда вот шла по улице, ноги подвихиваются и тут же начинают вот болеть. По ночам даже очень плохо спала, такие боли были страшные. Сейчас я про них вообще забыла. Поэтому очень хочу вас отблагодарить. Прям вот низкий-низкий вам поклон. Дорогие друзья, хочу вставить свою ремарку. Если у вас проблемы с суставами, помимо применения изделий с микросферами, советую применять гель
для суставов вот этот. И видео о нем будет под этим видео по ссылке. Также я советую изменить питание. Убрать вареные крахмалы и молочные продукты из рациона питания, кроме жиров. Есть больше зелени, пить достаточное количество воды. Второй сюжет. Хотела бы поделиться своим прекрасным результатом. Я купила себе тапочки с наночастицами, с микросферами. И у меня была жуткая аллергия, которая не проходила уже 9 месяцев. И когда я стала спать в этих тапочках, у меня через 2 недели зажили все трещины. И теперь стала восстанавливаться полностью кожа. Ушел зуд, раздражение, а самое главное, ушло воспаление, которое мешало вообще заживать коже. И когда я вставала с кровати, у меня трескались до крови, прям кожа трескалась, ноги очень сильно отекали, и теперь это все прошло. И я теперь хочу себе заказать еще подушку для сна и маску для глаз, для сна. Так что всем здоровья, всем радости, счастья. В завершение хочу дать совет. Если трескается кожа на стопах, это, как правило, дефицит витаминов А, Е, витамина D3, омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, а также может быть грибок кандида. Ссылки на изучение и решение данных проблем будут под видео. Третий сюжет. Хотела сказать огромное спасибо. Я у вас заказала шапку. В общем, у меня были после ковида проблемы. Волосы сильно выпадали. Сейчас стали намного гуще. Сейчас стала структура волоса более прочнее. В общем, все хорошо. Жизнь налаживается. Крепкого вам здоровья, всего самого хорошего. Итак, если у вас есть проблемы с волосами, то помимо изделий, а в первую очередь здесь нужна шапочка с микросферами, хотя, конечно, и подушки, и матрасы, идеальный вариант шапочка плюс капсула. Но так вот, не забывайте все-таки о биохимии. Поэтому подходить ко всему надо в идеале комплексно. В конце следующего сюжета я дам рекомендации, так как следующий сюжет тоже про проблемы с волосами. Смотрите четвертый сюжет. Купила у вас универсальную повязку, 2 штуки сыну, так как у него тяжелая работа, он сварщиком работает, поясница все время болит, и себе взяла. Но у меня была проблема, переболела ковидом в феврале месяце. И в прошлом году, но в прошлом году не нашли, не определили, что ковид якобы как. А вот в феврале, 25 числа февраля этого года, 22-го, я заболела. Определили ковид, все, и у меня проблема с того раза, это выпадание волоса. Так я вот эту вот повязочку универсальную приспособила на голову, под подбородком вот велькро, застежечку застегнула сверху, так вот плотненько на голову крылышки вот этой повязки универсальной, и сверху тоже вот этой вот застежкой велькро прицепила и ходила. Сперва 15 минут, потом побольше. Что вы думаете, у меня голову помыло, а выпадал очень сильно, полная ванна волос была. После того, как я применила повязку универсальную на голове, ни одной волосинки в ванну не упало, что удивительно. Прекратилось выпадение волос. Также у меня еще проблема с коленом была тоже вот не так давно. Коленка на ноге на левой болела, не могла согнуть, разогнуть. И я повязку вот эту вот универсальную на колено. Походила 3 часа, у меня пропотела так сильно нога. Ну, боли прекратились. Большое спасибо за ваши изделия, что приносят вот такие положительные результаты. И вот что я хотел здесь добавить. Чтобы решить проблемы с выпадением волос, я рекомендую, во-первых, посмотреть мои видео на эту тему о проблеме выпадения волос. И помимо изделий с микросферами, принимать витамин D3, кератин, диатомид и спирулину. Тогда вы на 100% из 100 при любых обстоятельствах решите проблему с выпадением волос. Уважаемые зрители, хочу вам сказать, поскольку под каждым видео без исключения, несмотря на то, что в каждом видео я по несколько раз говорю, где можно купить тот или иной товар, о котором идет речь в видео, люди пишут в огромных количествах, а где купить это, где купить то. Потому прямо четко сейчас говорю, заявляю, если вы захотите купить любые эти и иные изделия с этими конкретно микросферами,
вот от которых у людей такие улучшения здоровья, такие изменения, такие излечения, то ссылку на этот целый большой раздел с изделиями, с микросферами я ставлю под этим видео. Нажмете, если вы в Ютубе, под видео слово «еще», открываются ссылочки, и там будет название «изделия с микросферами» и ссылка активная, синенькая. Нажимаете мышкой на эту синюю активную ссылочку и попадаете на страничку нашего сайта nadgard.ru, на котором вы сможете выбрать эти товары и другие, любые наши другие продукты, изделия, приборы, и оформить заказ и получить его в любой точке России и любой стране мира. Мы отправляем свои товары, приборы, продукты питания в любые города и любые страны мира, и подробнее об этом можете прочесть на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». А можете просто заказать товар, и когда вы его оформите, с вами потом свяжется менеджер. Все очень просто. Продолжаем. Итак, пятый сюжет. Начну с того, что лет 5 или 6 тому назад я раз упала серьезно, второй раз серьезно упала. Ну, в общем, получила некроз тазобедренного сустава, лежала почти год в ожидании операции. Потом мне сделали операцию. Был очень травмирован, помимо этого, коленный сустав, очень травмирован. Там наросты, короче говоря, мне через 1,5 года после тазобедренного заменили коленный. Операция была настолько серьезная, что, ну, это, представляете, спиливали лишние кости, огромные все эти наросты, все это у меня... Неприятная, конечно, очень процедура была. И я восстанавливалась после коленного очень и очень тяжело. У меня такие боли сильные были. Все мышцы ноги, все бедро. И здесь ваша передача первая с вашими сферами. Я тут же, я не знаю, моментально заказала, сделала заказ. Но я его ждала, я не знаю, как я его ждала. Дождалась, слушайте, я обложила. Выписала жилетик себе, выписала 2 повязки. И ботиночки для мужа. Это первый раз я сделала такой большой заказ. Тут же обложила жилетиком свое колено больное, эту мышцу. Вы знаете, вот я сейчас говорю, у меня слезы капают, потому что невозможно это ощутить было. У меня постепенно, потихоньку стала уходить боль. И главное, сферы как действовали. Такое впечатление, что у меня там полчища червей, извините, завелось в мышцах. Они же, вот это вот взаимодействие, они шевелились, как бы ползали эти по мурашке. И что интересно, пока я обкладывала, буквально только обложила грубо, мягонько, все, через 1,5 часа, наверное, они твердые. Я их разбила опять. Ну, короче говоря, вот с этого дня... Фактически вот с первого дня пользования сферой я прекратила пользоваться болеутоляющими. Можете представить, я жила на болеутоляющих, и ваши сферы мне помогли. Я ушла от этих анальгетиков полностью. И вот все легче, 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 легче. В результате, ну, за 2 года, без за 2 года я с ними сравнилась полностью. И повторяю, у меня тяжелое состояние было. Ну, короче, я вытянула без анальгетиков свои больные вот эти 2 колена, и коленный сустав и тазобедренный сустав. И хочу сказать тем, кто готовится к операции, кто после операции, лучше купить хотя бы жилет или хотя бы повязку и пользоваться этими вещами, потому что, ну, уйдете от болеутоляющих. Я забыла, что это такое. Это я настолько редко, да фактически не пользуюсь. Вот уже 2 с лишним года я фактически болеутоляющим не пользуюсь. Помимо того, что моих этих падений, я грохнулась и повредила спину, у меня оказался вот перелом позвоночника L1. Ну, сейчас он, благодаря тоже, видимо, сферам, тоже я все это затянула, более-менее восстановилась и стала ходить. Получилось так, что думала, что у меня просто, ну, болит нога и отдает. А оказывается, это все у меня вот в результате падений, вот такая вся петрушка у меня получилась. Ну, слушайте, я и на поясницу кладу
Вот ложусь на жилетку. И самое интересное, что первое время, когда я на него укладывалась, очень, ну, как месяца два, наверное, он как стиральная доска, весь вот это, эти волны все эти, твердый был. А по сейчас вот уже укладываю, он уже у меня все, уже воспаление, чувствуется, что воспаления нет. Все у меня нормализовалось. Грандиозно, понимаете, это настолько грандиозно, это настолько... Я не знаю, я просто благодаря каждый раз, когда я укладываюсь, вот что-то нахожусь, на дома еще хожу с костылем и с опорой, болит, легла, обложила, все, через какое-то время у меня все, боль прошла. Вчера скрутила руку так, что пообняла ее, эту мою ручоночку сферы, и тоже все прошло. Поэтому, знаете, не бойтесь, кто вот... сомневается, сферы работают, да еще как работают. Для себя открыла, вот это были сильные качели наши, давление скакало сильно очень, сколько месяца два тому назад, если не три тому назад. Сердце не могла, вот трепыхалось, я не знала, как его успокоить, мне казалось, что оно сейчас у меня выпрыгнет. Ну что, я вспомнила, за сферы положила повязку, не повязку, а жилетку на грудь. Вы знаете, минут через 20 максимум сердце мое успокоилось, тишина, все, никакой тахикардии, великолепно. Потрясающе работает, оказывается, еще для меня непонятно, как может быть. У меня иногда бывает сильная изжога. Думаю, да, я попробую. Попробовала. Что же вы думаете? Мне, наверное, через 40 моя изжога прошла. Вот такие вот так вот работают сферы. Кладу постоянно, вот заболело горло, я на горло. Любое, что мне под рукой, то ли повязка, то ли жилет, то ли шлем. Потом я в следующий, значит, это первый раз я выписывала, а второй выписала повязка, жилет и сферу. И, короче говоря, я в шлеме что делаю? Как по таковой я его не одеваю, как шлем. Он жарко, неудобно. Я его раскручиваю, кладу на голову, чтобы и глаза закрывала. Иногда так поворачиваю, чтобы и лицо. И потрясающе, вот я уже пользуюсь им почти шлемом фактически год. Заметила, что у меня ушли морщинки фактически. Лицо помолодело, здорово помолодело. И поэтому я и голову лечу. И иной раз вот беру, как колено начинает побаливать, я его натягиваю на колено. То есть здесь универсально. Как вы говорили, что сферы работают в любом, что есть, то и кладете. Я в этом плане убедилась, что это действительно так. Особенно хорошо горло лечит, насморк. Вот начинаешь заболевать, нос положилось, все прошло. Потрясающе. Я просто говорю, такого эффекта никогда не ожидала. Никогда не думала, что это вот так мне поможет. Забыла сказать, что мне будет через 2 месяца 76 лет. Так что возраст, конечно, не молодой, но сферы меня поддерживают. Большое-большое-большое вам спасибо. Вам здоровья и всего-всего-всего самого вам доброго. Вам и вашим сотрудникам. Дело полезное. Главное, чтобы народ верил, потому что они действительно работают. Работают и очень даже хорошо помогают. Еще раз хочу вам напомнить, если проблемы с суставами, обязательно пользуйтесь вот этой уникальной разработкой ученых Новосибирского академгородка гелем для суставов, который восстанавливает и хрящевую ткань, и межсуставную жидкость. И об этом было подробное видео, где моя коллега-доктор рассказывает об этом уникальном геле. Непременно его посмотрите. Ссылку я дам в описании под этим видео. Теперь 6-й сюжет. На Новый год я приобрела изделие. Это был жилет. Я пенсионер. Пенсия небольшая. Очень страдаю заболеванием сустава. Особенно страдаю болезнями спины, коленей. Я тут же накинула на спину жилет. У меня в это время сильно болела спина. Я уже какими только мазями не пользовалась. И согревающими, и охлаждающими. И все это на какой-то момент снимало. Болезни эти, боль.
А потом все снова возобновлялось. И вот, значит, я сразу тут же открыл посылку, примерил на себе жилет. Походила 20-30 минут, точно не помню, но я почувствовал сразу такое облегчение, мне захотелось летать, а точнее что-то сразу по квартире делать. Я проделала такие вот сеансы небольшие в течение 2 недель. Каково же было мое удивление? Боль в спине прошла, и я до сих пор чувствую себя прекрасно. Я забыла за боль в спине. Кроме того, у меня в шейном отделе была какая-то шишечка, опухоль, и она прошла. Я очень удивилась. Я поняла, что это необыкновенное чудо. Ну и в завершение 7-й сюжет. Меня зовут Кашпарова Ольга Николаевна. Мне 21 мая исполнится 63 года. Мы с мужем живем в деревне. У нас в деревне даже нет аптеки. И поэтому панацеей от всех болезней у нас является ваша продукция. Мы пользуемся 2 года уже вашей продукцией. Первое, что я купила, это универсальная повязка. А купила я ее, потому что у меня начались боли в почках. Я не знала, в чем дело. А потом, через 2 месяца, как я попользовалась вашей повязкой, у меня вышел камень. Но он был очень крупный, 15 миллиметров. Поэтому пришлось сделать операцию. А после операции сразу же приобрела ваш пояс, чтобы у меня больше не было камней. Через год сделала УЗИ, камней больше нет пока. Потом заболела ковидом. Очень сильно кашляла. Был ужасный влажный кашель. Ничего не помогало. И тогда я приобрела у вас жилетку. Вот она-то меня и спасла. Буквально через 2 суток у меня кашель прекратился. Пользуюсь ей постоянно. Впоследствии приобрела у вас и шейный бандаж, и ботиночки, и, конечно, шапочку. Без шапочки никуда. Только давление поднимается, сразу одеваю на лобную часть вашу маску для сна, а на голову шапочку. 15 минут, и все сразу стихает. Потом муж заболел у меня ковидом. Я одела сразу повязку на шею и стала его лечить. Он тоже пользовался всем натиранием и сразу жилетку одевал, манишку одевал, ботиночки и маску на шею. И так лежал. Переболел он средне, а я не заболела совсем. Единственное, что у меня было, это насморк немножко был и горло слегка болело. Потом вышел герпес на губах и ячмень на глазу. На этом все закончился мой ковид. Сейчас опять муж немножко приболел. Я опять повязку одела и, как видите, хожу, не снимаю. Сама за ним ухаживаю. Никаких у меня нет симптомов ковида. Но в завершении данного сюжета я хочу дать вам такую рекомендацию. Меньше ешьте вареной, тем более жареной пищи, а больше живой, больше зелени. Лучше со своего огорода. Не ешьте вареные крахмалы и всякую синтетическую гадость из магазинов. Категорически не ешьте вечером, а тем более на ночь. Посмотрите мое видео под названием «Гипертония. Часть 2». А вообще в моих видео вы найдете ответы на все эти и многие другие вопросы о здоровье. Только надо не лениться их смотреть, принять и пользоваться моими советами, и тогда вы увидите обязательные изменения. Ну а системный подход, еще раз вам говорю, всегда лучше, чем любое отдельно взятое какое-то средство или изделие. Ведь одному человеку достаточно и просто изделий, а другому человеку недостаточно. Но если мы учитываем все нюансы, которые объективно влияют на жизнь и здоровье человека, на его биохимию, физиологию, то применение в комплексе всех правильных мер даст результат однозначно. Говоря об изделиях с микросферами, я дам совет такой. Конечно, идеальный вариант это капсула, поскольку она окружает все тело, и этот эффект самый сильный. Ну, плюс шапочка, конечно. Тогда мы перекрываем 100% тела. Спать очень хорошо на матрасах, а если добавить к этому одеяло, то фактически получается капсула. Ну, плюс подушка, понятное дело, в любом случае. Подушку я советую брать всегда. Универсальные повязки, повязки на ноги, очки для сна, ну это вы уже смотрите сами. О применении разных изделий
Подробно говорится во втором, третьем и четвертом видео из данного цикла про эти изделия с микросферами. Ссылки на все четыре видео я оставлю вот под этим видео. Нажмите «Еще открываются ссылки», и вы сможете и купить данные изделия, и посмотреть эти видео, о которых я говорил вам сегодня. Ну а я желаю вам всем крепкого здоровья. Конечно, у нас очень много и других видеоотзывов. И они будут смонтированы в новое видео, которое вы сможете посмотреть на моем канале позже. Ну а на этом, пожалуй, на сегодня все. Делитесь этим видео со своими друзьями, знакомыми. Переходите по ссылкам, смотрите важные видео. И покупайте эти изделия на нашем сайте nadgard.ru. Напоминаю, что мы отправляем их в любые города России и страны мира. Если у вас возникнут вопросы про оплаты, а некоторым людям трудно оплатить, ну кто, например, в Казахстане находится или за границей, знают, что в Россию сейчас не перевезти, проблем нет никаких, мы эти проблемы решили. Не забегайте вперед, смело заказывайте, а когда менеджер с вами свяжется, то форму оплаты, варианты вы скорректируете. Уверяю вас, что вы сможете оплатить из любой точки мира. Ну а мы, соответственно, сразу отправим вам ваши заказы, где бы вы ни находились.